Главные цели снежного десанта – это патриотическое и нравственное воспитание, а также пропаганда студенческих отрядов. В рамках всероссийской акции сводный отряд «Алкион», в состав которого входят 15 студентов Кубанского аграрного университета и Кубанского госуниверситета, а также студенты сочинского профтехникума, отправились в сочинские села. Пожилым людям, в том числе ветеранам Великой Отечественной, помогли по хозяйству. Спилили сухие деревья, подрезали кустарники, пропололи огород, нарубили дрова, провели генеральную уборку. После этого беседовали за чашкой чая и пели песни под гитару. Но дань уважения нужно отдать не только живым. Студенты облагородили и сельские памятники. Покрасили лавочки, высадили кипарисы, убрали мусор. Студенческий отряд принял участие во флешмобе «Спасибо за мир», участники которого пели патриотические песни. А после организовал автопробег по маршруту «Барановка, Верхний Юрт, Раздольная, Богушевка, Завокзальный мемориальный комплекс». В каждом селе к памятнику были возложены цветы.